И о новостях культуры. На Транссибирском арт-фестивале готовятся представить публике масштабное вокально-симфоническое произведение Баха «Страсти по Иоанну». Солируют артисты с мировым именем под руководством не менее знаменитого дирижера. Моя коллега Екатерина Киселева подробно о партитуре, которой композитор посвятил четверть века, и ее исполнителях. О последних днях Иисуса на земле повествуют «Страсти по Иоанну». Пронзительные голоса, чуткая игра новосибирского оркестра и орган, без которого невозможно представить это произведение. Как и без приглашенного дирижера Ильи Короля, специалиста в области старинной музыки. Признается, выбрал именно «Страсти по Иоанну» как наиболее зрелое и цельное из всего творчества Баха. Работал над ним великий композитор в течение 25 лет. Эта музыка, когда с ней соприкасаешься, она заполняет тебя какой-то такой чистотой, любовью, светом, что с ней хочется все время соприкасаться, все время быть рядом. В Европе «Страсти Баха» исполняют каждый год на Пасху. Бах – удивительно сложный композитор, в России играют его нечасто. Но с новосибирским оркестром возникло моментальное взаимопонимание. Для дирижера старинная музыка – целая наука, где не столько важно играть по нотам, сколько чувствовать. Текст «Страстей» дополняет музыку, а музыка говорит вместо слов. Сегодня на открытой репетиции студенты и преподаватели музыкальных учебных заведений. Обмен опытом с международными исполнителями – неотъемлемая часть воспитания юных дарований. Возможность редкая, ну, предстоит то, что послушать живую, тем более таких людей, и вообще Баха. То есть его на самом деле редко его исполняют, и это очень здорово на самом деле, то, что повидать, пообщаться с такими людьми лично, ну, пусть и на мастер-классах, например, каких-то, и на таких на открытых репетициях, очень интересно. То есть мы очень рады, что мы сюда попали. На концерте каждый посетитель получит распечатанный текст «Страстей», привезенный дирижером. По его мнению, смотреть на сцену не обязательно, важно именно слушать. Екатерина Киселева, Олег Сурков, новости ОТС.